Дело? Дело. Ну что, зарегистрировать в Риге, да, куда стать, что посмотреть? Но если не страшно, то потому что будет такая же ситуация, какая-то. Я думаю, что группа гражданских туристов может устроить намного более веселую программу, чем несколько батальонов солдат из любой страны. Ну, это было, если судить по опыту Риги, ну, как любой большой город, где много туристов. 150 туристов, туристов совсем точно выражаться. В нашем случае мы их рассматриваем как гостей Риги. 150 солдат из Америки – это значительная часть, если мы берем вообще всех приезжающих из Америки. Туристы из Америки – это порядка 5%. Ну, для сравнения, немцы около 25%, россияне около 25%. Вспоминаем, мы тоже около 25%, поэтому вся информация, учитывая, что они остаются здесь на длительный период времени, по меньшей мере до конца года, обдуманной столице Европы. Программа всех мероприятий, отдельная программа Олимпиада коров, большое интересное событие, Лига, праздник города, чтобы гости знали, где можно отдохнуть, где можно потратить деньги, где можно провести время. В принципе, это достаточно традиционное мероприятие, потому что командиров, скажем, когда здесь проходит учение, особенно если это на учение связано с участием флота, всегда принимают. У меня в кабинете были шотландцы в своих традиционных фитах в военной форме. Просто таким образом сложилось, что к этой встрече было привлечено особое внимание, учитывая то, что обсуждалось в последнее время в средствах массовой информации. Но для Риги это абсолютно нормально. Гостей, которые к нам приезжают в рамках таких программ, здесь принимать и рассказывать о том, что у нас происходит в городе. Завтра у меня будет в гостях 15 офицеров, которые участвуют в высшем составе, соответственно, команды, которые участвуют в учениях, которые проводятся в Балтийском море. Вы помните, была ваша работа, какой-то инцидент, который был в военной жизни? Военными нет. Британские туристы, которые даже на мою машину один раз пытались залезть, помню. Голых туристов на лошади деревянные, помню. Но у нас большой город, и у нас в этом году будет по 2 миллиона туристов. Естественно, в среднем раз в выходные что-то да происходит, потому что иначе уже и невозможно при таком количестве гостей. А если будут такие подобные? У нас очень, скажем так, недискриминационный подход. У нас гости в столице приезжают для всех абсолютно одинаковые законодательства. И для гостей, и для приезжан. Есть список штрафов за соответствующие нарушения, если кто-то нарушается. И, в принципе, все. Сегодня мы обсуждали, если вы обратили внимание, вопрос, как солдаты американского контингента, они хотели бы результаты проектов социальных с детскими домами, которыми работают рисковые. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что этих солдат мы будем скорее в каком-нибудь детском доме на суде. Ну, так.